Делать, а не просто говорить, объединяться и быть полезными для региона и его жителей. Эти наставления губернатор области Алексей Русских дал депутатам законодательного собрания нового созыва. Также он отметил, что прошедшие выборы прошли прозрачно и спокойно. От лица всей исполнительной власти региона могу заверить, что мы настроены на обстоятельную, вдумчивую работу с вами, со всеми депутатами. Мы открыты к честному, открытому обсуждению каждого законопроекта, к большой работе по формированию областного бюджета, по исполнению инициатив избирателей. На такую же позицию рассчитываю с вашей стороны. На встрече обсуждали актуальные вопросы развития региона и перспективы сотрудничества между исполнительной и законодательной властью. Новый созыв получился гармоничным и в то же время разнообразным. Депутаты разных возрастов и отраслей будут в ближайшие 5 лет исполнять волю народа. Сейчас мы все избраны доверием наших жителей. Кто-то получил это доверие больше, кто-то меньше, но тем не менее за каждым. Я подчеркиваю, за каждым из избранных депутатов стоит избиратель. Проблем и наказов, которые озвучивали жители на встречках, очень много. Каждый из нас здесь присутствующих уже избранных депутатов их прекрасно знает по своим территориям, по своим округам. И многие из них, в принципе, можно решать оперативно. Конечно, есть те такие вопросы, на которые нужно время и объединение усилий. Задач много, и главное не распыляться на все подряд, а сконцентрироваться на качестве. Новоизбранные депутаты сосредоточатся на решении проблем в социальной сфере, продолжат активно помогать бойцам СВО и их семьям, скрупулезно подойдут к работе над областным бюджетом. Такие политические мастодонты, как Сергей Панчин, знают город и область как свои 5 пальцев, поэтому он планирует решать самые насущные проблемы, которые волнуют жителей. Мы на сегодняшний день на первое и самое основное – это формирование бюджета. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас осень, и необходимо формировать муниципальные бюджеты, необходимо формировать городские бюджеты, региональный бюджет. И все это выливается на сегодня в решение проблем жителей. Если не будет сформирован бюджет, а в основном бюджет, он же и будет сегодня формироваться от того, от наказов избирателей, то, что первоочередные задачи необходимо будет решить. Сегодня избирательная комиссия проведет регистрацию народных избранников, а уже через несколько дней пройдет первое заседание нового созыва. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.